всяк человек родился для любви, и это справедливо, без сомнения. Однако есть на то иное мнение, что в этом мире мы навек одни. Что ж нелюбимы лучше из нас, за разум свой пытливый нелюбимы? Не нравятся вам мудрые мужчины, что правду говорят вам без прикрас? Красавицам весьма по сердцу ложь и россыпи дешевых комплиментов. Хоть, впрочем, с этих женщин что возьмешь? Они лишь ждут удобного момента, чтобы вонзить своих упреков нож в очередного горе-претендента.